Рады, что вы посетили наш канал Life Beautiful. Сегодня мы вам расскажем о русском сериале «Мосгаз Катран». Четвертая серия выйдет на экраны уже 15 октября. И в ней мы увидим следующее событие. Музыкант ведет двойную игру. Продолжая ухаживать за Соней, он тайно встречается с Миледи. Музыкант уговаривает ее вернуть деньги. Миледи назначает определенный день и час, но ставить условия. За выигрышем должна приехать не Белла, а те, кому эти деньги предназначались. Иван Петрович узнает о готовящей передаче денег, но для проведения операции ему не хватает информации о месте встречи. Тем временем Соня чересчур увлекается богемной жизнью, погрязает в долгах и закручивает роман с музыкантом. Если вам понравился этот сериал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также обязательно пишите комментарии. А мы напоминаем, что четвертая серия выйдет на экраны уже 15 октября. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.